В 2012 году Организация Объединенных Наций своей резолюции провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью признать его важность в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека. В преддверии Международного дня счастья ООН обнародовала Всемирный доклад о счастье. Это рейтинг самых счастливых стран мира. И в этом году его традиционно возглавили скандинавские страны. В пятерку счастливейших входят Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария. Самыми несчастными странами названы Йемен, Танзания, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Бурунди. Ну а Молдова в этом перечне из 156 государств заняла 67-е место. Республика обогнала такие страны, как Беларусь, Таджикистан, Азербайджан, Грузию и другие. Всемирный доклад о счастье ООН публикует с 2012 года. При составлении этого рейтинга во внимание берутся такие критерии, как социальные условия, созданные в стране, поддержка государства, уровень ВВП страны, средняя продолжительность жизни, уровень свободы, доходы населения, а также уровень коррупции и другие показатели.